Выгнал я свой мотоцикл, такого-то у меня он в форме, можно сказать. Бензин в нем немножко есть. И сегодня мы с вами немного откроем мотосезон 2017, потому что его открыть можно было раньше на неделю, на две точно, но сегодня уже так более-менее подсохло, и можно спокойно прокатиться. Так что сейчас попробуем завести и уже попробовать закрепить камеру на шлеме и прокатиться по городу. Так, попытки так, наверное, 30-й смогли завести, но все равно это успех.
Thank you.
Привет, друзья! Мы уже приехали, и в принципе, я доволен, потому что я сегодня открыл свой такой мотосезон 2017, не катался я где-то с сентября прошлого года, и честно скажу, это непередаваемое впечатление, несмотря на то, что у меня советский мотоцикл, и честно сказать, я очень даже немножко этим доволен, потому что он неприхотлив, обслуживать его легко, и в принципе он мне очень нравится, потому что я в пользовании у меня, наверное, уже лет так 6, наверное, точно, даже как бы не 7. И сейчас немножко сполосну, потому что грязи у нас тут полно, хотя дороги сухие, но все равно вот по грунтовой дороге ехать, конечно, грязновато. Хорошо, что одел там от своего костюма, там плащевки, как он называется, от дождевика, во, штаны и сапоги резиновые. В принципе, сейчас вот смыл и нормально. Если бы я что-нибудь другое делал, наверное, весь мокрый был бы, потому что грязь тут залетала практически аж, я не знаю, если на камеру будет видно, хотя уже темнеет, собаки лают. Грязи, конечно, было много, но спасает все равно немного еще, эти как называют, на сзади надо приделать его, брызговики. Один брызговик у меня, сзади нет, хотя вот сзади надо его тоже пришпандурить. Ну ладно, сейчас, наверное, это видео закончу, потому что, ну, такой свою программу минимум я сделал, потому что можно было, наверное, немного еще вставить небольшие таких отрезков в этот ролик. Если я завтра поеду куда-то, вы все увидите в этом видео. Если послезавтра, тоже увидите в этом видео. Потому что на выходных я постараюсь еще раз прокатиться на своем мотоцикле Минск. И, наверное, это тоже будет в этом видео. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Увидимся в следующих роликах.